Короткий прикольный видосик, друзья, по азиатам. Когда еще гонял в Цзяошэн, чайно-китайский сильный клан, один из сильнейших в мире. Вот такой боячик нам попался, давайте посмотрим. Назвал я его смешно «Азиатский шлепок». На этой, знаете, как... Когда новобранец, скажем так, когда его инструктируют и обучают старослужащие, короче. В общем, это у нас азиатский шлепок в форме подзатыльника. Это клан является академкой клана Цзяошэн. Мы деремся против Цзяошэн 2. Многие из вас, кстати, встречали их. Ребята играют нахраписто, агрессивно. Имеют неплохие достаточно ангары. Некоторые есть даже уже достаточно серьезно подкачанные ангары. Я так понимаю, по мере обучения новых кадров выявляются сильнейшие бойцы в академке. И, возможно, лидерами клана Цзяошэн даже спонсируются. Как было когда-то в клане Империал, да, был босс у клана, который спонсировал весь клан спонсор. У многих кланов топовых есть такие спонсоры. И вот в таких академках отбираются и обкатываются сильнейшие будущие бойцы, именно скилловые. Вот. И потом, значит, спонсируются хорошими, значит, ангарами и идут в бой с основой кланов или находятся на подмене, да, когда кто-то с основы, например, куда-то уехал там отдыхать или в командировку по работе, вот, и не может принимать участие в тяжелейших клановых боях в максимальной лиге чемпионов, его подменяет как раз такой скилловый супербоец уже с обновленным ангаром из академки, да, из клана Цзяошэн 2. Кстати, у клана Су тоже есть академка, мы взяли это на вооружение, занимается у нас несколько бравых парней, Химозек и Патриот, воспитанием, значит, кадров. Но на самом деле клану Су еще нужно много тренироваться, очень много тренироваться, обкатывать тактики, клановое взаимодействие. Но все это меркнет и бледнеет перед тем фактом, что, конечно, ангары Су серьезно очень уступают топовым ангарам. Ребята многие качаются своими силами, донатят совсем понемногу по мере, соответственно, возможности. Все-таки Варобос, надо понимать, что это дорогая донатная игра, и нужно либо очень много задротить, чтобы что-либо прокачать. Прокачка тоже достаточно в игре долгая. Или нужно, соответственно, донатить. Ну, собственно, как и во всех подобных онлайн-играх. Вот. Надеюсь, вам интересен был видосик «Азиатский шлепок». Пытались они, конечно, что-то нам противопоставить. А хочу отметить, у нас был в гостях один из бойцов клана Реал. Вот, вместе с нами катал и участвовал достаточно в серьезных сражениях мистер Ауру. Так что ему респект. Все, всех обнял, други, увидимся в новых стримах, обзорах. Это был «Азиатский шлепочек».